В Приднестровье зарегистрированы два кандидата в президенты. Удостоверение получили Вадим Красносельский и Евгений Шевчук. Соответствующие решения после необходимых проверок приняли члены Центральной избирательной комиссии. Заседание Центральной избирательной комиссии. В повестке несколько вопросов. Самый важный из них – регистрация кандидатов в президенты. Представители ЦИКа озвучивают результаты проверки, поданных Вадимом Красносельским документов, а также собранных подписных листов. Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах, а также иных документах. Документах, представленных кандидатом в президенты Красносельским Вадим Николаевичем, рекомендует Центральной избирательной комиссии ПМР зарегистрировать в качестве кандидата в президента Приднестровской Молдавской Республики. Члены Центральной избирательной комиссии единогласно принимают постановление о регистрации кандидатом в президенты Вадима Красносельского. Председатель ЦИКа вручает ему соответствующее удостоверение. Надеюсь на то, что избирательная кампания пройдет честно, открыто и победит сильнейший. И в любом случае победивший кандидат должен принять мнение народа как за истину. Рабочая группа ЦИКа изучила документы и подписные листы действующего главы государства. По информации доверенных лиц Евгения Шевчука, в поддержку выдвижения кандидатуры действующего президента на второй срок было собрано максимум подписей избирателей. Предлагаю принять в целом проект постановления о регистрации кандидатов в президенты Приднестровской Молдавской Республики Евгения Васильевича Шевчука, согласно которому ЦИК постановляет зарегистрировать кандидатов в президенты, вручить удостоверение зарегистрированного кандидата. Кто за? Спасибо. Евгений Шевчук получил удостоверение кандидата и поблагодарил граждан Приднестровья за доверие и поддержку. Очень символично, что я сегодня получил именно второе удостоверение, номер два, второй президентский срок. И номер два – это как раз символично к этой предвыборной кампании. Хочу также отметить, что 5 лет назад, ровно в этот день, я получал удостоверение кандидата. Есть определенная символика, и, безусловно, мы настроены на победу. Таким образом, сегодня удостоверение получили два кандидата на пост президента Приднестровья. Начинается новый этап избирательной кампании, не приобретая дополнительные возможности для агитации, встреч с гражданами, агитации в средствах массовой информации. Напомним, что выборы президента в Приднестровской Молдавской Республике назначены на 11 декабря 2016 года. Александр Лагутин и Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал.